солнце на дворе. А ну-ка, все нам турники сейчас, я потянусь, вот как надо, мужики. Давайте откажемся от вида наркомана, как от вредоносных ссылок, пометок и спама в вашу душу. Спасет только спорт, вид спорт. Это хорошие потребности, сот, будут болеть мышцы. Это ведь не главное. Утром пробежка регулярная. С этим роликом Саша Попов участвовал и победил на школьной минуте славы. Слава его нашла и на 8-м международном фестивале социальной рекламы «Городская среда». За свою работу в «Здоровье – это плюс» Александр удостоен диплома и специального приза в номинации «Лучший социальный аудиоролик». Призывал как бы людей к здоровому образу жизни. Я ни про кого именно, про личность не рассказывал. Я вот рассказывал именно, как, что нужно делать именно. А что нужно сделать? Ну да, вести здоровый образ жизни. Что значит вести здоровый образ жизни? Давай пофантазируем, объясни мне, расскажи, пожалуйста. Ну, не курить, не пить, не быть наркоманом. Просто, как бы, ну, заниматься спортом, вести правильно, жить нормально. По условиям конкурса возраст участника должен быть не менее чем 14 лет. Саше 11, но его работа так покорила членов жюри, что парня пригласили участвовать, да еще и назвали лучшим. Какие эмоции, какие у тебя чувства были, когда ты узнал, что... Я был рад. Мне весело было на душе. Несмотря на столь юный возраст, в своем аудиообращении он затронул серьезные и очень важные проблемы, которые стоят перед современным обществом. Девизом фестиваля стал призыв «Присоединяйся», обращенный абсолютно ко всем, кого волнуют острые социальные вопросы и кто готов поделиться своим взглядом на них. Ребенок, конечно, очень творческий, является активным участником всех школьных и классных мероприятий. Это постоянная поднятая рука на все любые мероприятия. Ну, чувствуется поддержка и, конечно же, родителей. Родители тоже творческие очень люди. Активист и хорошист Саша Попов занимается спортом, учится в музыкальной школе по классу баяна, сочиняет рэп. Сейчас, как признался нам, у него на подходе еще несколько произведений. Намерен посвятить себя сочинительству. Я сочинять еще хочу. Пока сочинять буду еще. Турник, рывок. Цель достигнута. Твоя знаменитость вперед выдвинута. А спорт рэп – это не ВКонтакте гэп. Так что, люди, занимайтесь спортом активно. Кто не будет заниматься, будет слишком агрессивный. Татьяна Сафонова, Денис Тихонов. Новости.